Это была пушистая кошка с полосатой расцветки. Угу. И она была очень дикая, ну, маленькая. И я вдруг подумал, что это, скорее всего, манул. Знаешь, дикий камышовый кот. Да, ну, да. Я принес эту кошку домой. Да. Принес домой и, в общем, накормил ее, потому что она явно была голодная. Ой, ту, 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 ту